Добрый день, друзья! В этом видео я вам расскажу, как форматировать флешку на своем компьютере в две файловые системы, в NTPS и FAT32. Для этого вставляем флешку в USB-порт компьютера, ноутбука и переходим на значок «Компьютер». Вот моя флешка отображается вот так, Kingston. Диск F, свободно 2,97 гигабайта, общий размер 7,32. Правой кнопкой мыши берем для начала, выделяем этот диск, и правой кнопкой мыши нажимаем, чтобы вызвать вот такое меню, где будет строка «Форматировать». Нажимаем. И вот с помощью утилиты, встроенной в Windows, мы сможем форматировать флешку. Где будет строка «Файловая система», вот у меня NTPS стоит, мы поставим FAT32, по умолчанию она здесь отображается, и где способы форматирования быстрая, должна быть стоять галочка у вас. И нажимаем «Начать». Форматирование уничтожит все данные на этом диске. Нажмите кнопку ОК для запуска форматирования. Нажимаем ОК и идет форматирование флешки диска. Форматирование завершено. Нажимаем ОК. Закрыть. Флешка форматирована FAT32. Точно так форматируем в NTPS. Нажимаем правой кнопкой мыши, вызываем меню «Форматировать» и в утилите ставим «Файловая система» NTPS. Нажимаем «Начать», «Ок» и идет форматирование. Форматирование завершено. Окей. Закрыть. Флешка форматирована в NTPS. Не забывайте ставить лайки под видео, писать комментарии, что вас еще интересует по секретам интернета и компьютера. Жду вас всех на своем канале ПК для всех. На этом все. До следующих встреч.